Добрый день, уважаемые любители футбола и российского футбола в частности. Я вас всех приветствую из города Жигулевска, это Самарская область. Петр Копчев, ну и поехали, прозвучал стартовый свисток. Рендераев это был. Еще удар и гол! Вот это начало для Акрона! Вот это да! И, пожалуйста, Владимир Марухин! Это все выглядит поактивнее. Штрафную площадь, удар, и где мяч? Не в воротах. Не в воротах, да, вот буквально из ничего создали. К этому эпизоду. На эту штрафную, где мяч? Удар и гол, 1-1. Нет, не будет гола. Не будет гола. И сразу же ответная атака. Эх, какой пошел футбол. Какой пошел футбол. И штанга. Вот это да. И какой гол, а. Вот это да. И теперь уже будет точно засчитано. И кто бы вы думали? И кто бы вы думали? Это Владислав Лазарев. На правый фланг. Еще удар, и еще будет удар, да будет и гол! 2-1, буквально скольки, 5, наверное, минут хватило сейчас калининградцам, чтобы выйти вперед. Еще одна атака сейчас, какая будет у балтийцев, можно уже пробить, есть удар и есть гол! Гол! 3-1! 3-1! Три мяча, при том, что забивали тольяттинцы первыми. Что такое не ведет, а как с этим бороться?